Космический аппарат. Автоклав называется. Там все. Можно готовить тушенку. Там все. Для приготовления под давлением. Термометр. Это что измеряете? Температуру внутри. Это для давления датчик, да? До скольки? До 140 градусов. Что там внутри? Ух ты! Подарок! Представляете, подарочек какой, как приятно. Как вы думаете, что там? Крышки. 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 Дети пришли все посмотреть. Мама. Что там еще? А, это нижняя часть. Дно. Вот, смотрите, есть первое уже, как сказать, приобретение. Останется банки только. Либо купить, либо достать. Это с закруткой. Банки у нас не все с закруткой. У нас есть такие, которые... С другой крышкой вообще надо, под закатку. Это тушенку будем варить, представляешь? А еще там что-нибудь можно варить? Да, там можно варить и любые, в общем, консервы, даже варенье. А еще? Вкусные, всякие зимние заготовки делать. И не только зимние, но и летом можно приготовить. А можно еще? Курочку, разные каши а варить. Там суп не приготовить? Суп в банке можно. Вот, здесь все можно варить? Все можно. Тен. Ну, посмотрите, друзья, это тен. Вот так выглядит. Подожди, Санечка, а сейчас. Это вот его ставим, потом уже банка пойдет. Именно на дно. Тяжелый? Да, весомый. Ну, в общем, что он где-то килограмм, наверное, 15-30. Так, где-то клапан сброса. Это вот этот, наверное. Предохранительный, я так понимаю, да? Так, вот клапан. Сколько? 1.5 бара. Это так закрывается. Все безопасно. Датчик будет показывать нам давление. Не надо, датчик. Будем когда готовить, а то мы сейчас все их развалим, рассыпем. В общем, вот так вот все закрывается, да, это закрытое положение. Вот так выглядит рабочее состояние. Хорошо, что он электрический. Сюда еще трубка для сброса жидкости, ну, с паром, когда будет давление излишки сбрасывать. Запасные резинки сюда вот для этих. Угу. Ну и хомутик, чтобы здесь трубку прицепить. Термометр в комплекте. Но я думаю, что с термометром надо, наверное, лучше не такой взять, а может быть электронный. Гарантийный талон. Это что? Подарочный сертификат. Угу, уже показал. Инструкция.
Так, рецепты. Можно сразу все посмотреть, что приготовить. Что приготовить, да. Ну, чтобы не запариваться уже много. А там уже свой какой-нибудь выработать. Так, это что у нас? Ну, это руководство по эксплуатации, так понимаю. У нас никогда не было автоклава. Мы не в курсе еще, как им пользоваться, поэтому сейчас будем все изучать. Все инструкции очень наслышаны. Пересмотрели кучу видео на эту тему. Все очень довольны. Можно сделать свои собственные заготовки, особенно если семья. И хочется как-то сэкономить и качество получить одновременно. Поэтому мы тоже решили приобрести такую штуку, как автоклав. Благо нам прислали его на обзор. Ребята нам, можно сказать, подарили его. Большое им спасибо. Так что мы с вами в ближайших видео будем на нем готовить. Пока что нам все нравится. Это нержавеющая сталь, да? Да, все из нержавейки сделано, и ручки, все целиком. Толщина хорошая. Красавчик. И я думаю, что мы с вами попробуем приготовить и тушенку, и многое что еще другое. Будем учиться на нем готовить, делать заготовки. Ребята будут нам помогать, правда, ребята? Ну. Так что ссылочку оставим в описании. Если кому-то интересно, заходите, посмотрите. Модели есть разные. И не сильно дорогие, и достаточно подороже, да. И есть они, которые вот этот, видите, электрический, а есть на плите готовится, по-моему, да. Мы почему попросили, чтобы ребята нам выбрали электрический, потому что плита наша. Стеклокерамика не выдержит, да. Просто не выдержит такой вес. Плюс еще загрузишь его там банками. И вообще, мне кажется, что удобнее летом будет на веранде, ну, да, где-то готовить. Мне кажется, удобнее вытащил, в розетку воткнул, как бы, и все. И в любом месте, где есть столик хоть какой-то минимальный, там, да, и все. И розетка близко. Да. Так что вот, поздравьте с такой штукой. Такой друг космический теперь будет жить у нас. Всем добрый вечер, дети. Всем привет. Что делаем? Пельмени делаем. Так, это не разговаривает с нами. Слава, что будем делать? Пельмени будем делать. Что будете делать? Мама, я буду пельмени. Мама, я буду. А можно печенюшки сделать? Печенюшки? Да. Ну, мы ее что, печенюшку твою будем в воде варить? Я буду печенью. Ну ладно. А формочку дай. Так, надо потоньше сделать. Миша, это слишком толстый, мама, наверное. Мама. Так, папа тут фарш делает. Я тесто заводила. В общем, все вместе, глядишь, что-нибудь да сделаем. Саш, давай лучше пельмешки сделаем. Мы же не будем запекать, мы будем варить. Короче, договоримся как-нибудь. Так, девочки у нас будут укладывать. Что у тебя не получается? Мама, формочки. Формочки, ну, Надя, аккуратно. Формочки. Мама, дай мне тоже формочки. Только? Ой, Дима, у тебя здесь нет муки. Давай-ка подсыпь сейчас пельмени. Я тоже буду сейчас помогать. Саша, ты пока воду ставь. У нас везде, видите, все люди распределены. Надя там будет сейчас складывать, папа будет варить.